платье в пол, парадные костюмы. Нет, это не маскарад, а заполярный офицерский бал. Его участники словно сошли со страниц романа «Анна Каренина». Вечера котельон, вальс, полька, кадриль. Чтобы блистательно выступить на паркете, танцоры усиленно тренировались на протяжении 4 месяцев. Также нам преподавали этикет, правила поведения себя. Это, я считаю, очень важная и неотъемлемая часть подготовки к балу, потому что не каждый мужчина может знать, что нельзя бросать свою даму после танца, а именно привести ее обратно к своему месту, куда она скажет. Главная идея бала – познакомить северян с культурой 19 века и произведениями знаменитых композиторов тех времен. Разумеется, для этого нужна живая музыка. После того, как я прошла обучение в Санкт-Петербурге, я попала в Мурманск и решила, что вполне возможно здесь можно реализовать свою давнюю мечту. И благодаря фонду президентских грантов мы смогли сделать это мероприятие таким, каким вы его видите сегодня. Красивым, парадным, праздничным. Гости приехали на торжество из разных уголков области – Сафоново, Североморск, Ведяево, Гаджиево. Несмотря на то, что бал называется офицерским, попасть на него смогли и военные, и гражданские пары. Александра Пескова, Максим Чинкин, ТВ-21+.